Всем привет, с вами канал МНО, и сегодня мы поговорим о пользе и вреде морского окуня. Если понравится видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А мы начинаем. Мясо этой рыбы снимает воспаление, улучшает работу всех систем организма, укрепляет иммунитет и помогает похудеть. Регулярное употребление морского окуня приводит к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза. Рыба снижает давление и уровень холестерина в крови. Также она может затормозить развитие нервных заболеваний, в том числе Альцгеймера, избежать депрессивных состояний и нарушения сна. Жирные кислоты в морском окуне укрепляют иммунитет, тормозят воспалительные процессы и укрепляют здоровье печени. Белки участвуют в строении тканей и органов, служат источником энергии и отвечают за иммунные реакции организма. Морской окунь богат антиоксидантами и витаминами, которые обеспечивают здоровье кожи. Микроэлементы в рыбе участвуют в синтезе гормонов щитовидной железы и регулируют уровень инсулина в крови. Полезные свойства морского окуня для женщин ограничиваются не только тем, что продукт помогает похудеть. Он также рекомендован беременным женщинам как источник строительного материала и соединений, обеспечивающих развитие эмбриона. Этот продукт почти не имеет противопоказаний. Вред морского окуня может проявиться только при аллергии на морепродукты. У некоторых людей это связано с индивидуальной непереносимостью витаминов группы В. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю вам хорошего дня и приятного вечера. Пока-пока.